Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Число погибших в результате землетрясений возросло до 31 643 человек. Из регионов другие провинции было эвакуировано 158 165 пострадавших, сообщило Управление. Землетрясение, произошедшее в Турции, по силе было похоже на взрыв 500 атомных бомб, сообщили местные власти. Подземные толчки магнитудой 7,7 балла привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и построек в Турции. Видео с огромным разломом, образовавшимся в результате землетрясения в Турции, ранее появилось в сети. Расщелина поделила пополам гигантское поле с оливковыми деревьями. В местах, где разлом мешает человеческой жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры, его, однозначно, будут засыпать и разравнивать рукотворным способом. А в более отдаленных и диких районах процесс выравнивания вполне можно оставить и природе, так как, сам по себе, он опасности не представляет. По мнению экспертов, многие дома обрушились из-за ошибок архитекторов и строителей. Фактами нарушений заинтересовалась полиция. Уже проведены первые задержания. Подозреваемых более 100 человек. Информация о точках, где еще возможно отыскать живых, постоянно приходит в штаб спасательной группировки. У российских спасателей есть мобильная группа, которая сразу же выезжает на место для проверки. Вокруг тысячи рухнувших зданий, многие из которых еще не обследованы. Вокруг руин родственники тех, кто может быть под завалами. «У меня там брат с женой», рассказывает местный житель. Когда случилось землетрясение, они уже спали. Наверняка там посмотрели с помощью тепловизора, но пока их не удалось найти. С помощью беспилотника обследуют здание с верхней точки. Могут применять и тепловизоры, а акустические приборы и эндоскоп помогают заглянуть в труднодоступные места.